Ну, значит, ошибся. Поищи другую мастерскую, где не спросят, зачем одинокая кочевница крутится у границы. Окей. Отойди. Что? Ты хоть знаешь, что делать? Хочу обойти модуль и замкнуть провода. Компрессор будет молотить. Заглохнет еще. Твоего мнения не спрашивали. Ладно, проверим, что получилось. А я что тебе говорил? Нет. Ха, неплохо. Вопрос только, сколько выдержит? До Найт-Сити доеду, а там уже что-нибудь придумаю. Ну да. Антенна на этой херне не слишком мощная. Особо много не услышишь. Да что ты говоришь? Здорово, Майк. Не знал, что у тебя клиент. Она тут пару часов как. Я думал, она к тебе заезжала. Не принимай близко к сердцу. Сейчас решим вопрос. Тебе не говорили, что в городе первым делом надо показаться шерифу? Рассказать, зачем приехала? Выпить с ним чашечку кофе. Да, забыла. Я вообще не планировала заезжать, но сцепление подвело. Да уж, все время что-нибудь да подведет. Меня зовут Эндрю Джонс. Слышала, наверное. В последнюю войну я служил в спецназе. Знаешь серебряных сёгунов? Нет, первый раз слышу. Кажется, мы не поладим, да? Ты что, из кочевников? Я мог бы догадаться. Я так поняла, вам что-то не нравится. Я тебе скажу, что мне не нравится. Меня воротит от таких бродяг, как ты. Где лагерь твоего клана? То есть вы тоже верите всему, что говорят по телеку? Типа кочевники — главное зло этого мира? Нет. Просто я уважаю закон. Корпорации навели здесь порядок. И я не хочу, чтобы его нарушали. То есть корпораты вам платят, а вы у них как пес на цепи? Ага. И если не ответишь на мой вопрос, увидишь бешеного пса. Говори, где твой клан? У меня нет ни клана, ни лагеря. Я здесь одна. Ну да, конечно. Кочевники всегда держатся вместе. Моя семья распалась, поэтому я и еду в Найт-Сити. Значит, ты изгой даже среди изгоев? Надеюсь, ты не собиралась тут поселиться навсегда? Я по дороге видела передатчик и вышку. У меня сломалась антенна, а мне надо кое с кем связаться. Никто тебе экскурсии устраивать не будет. Вали, пока я добрый. Ты и так уже тут слишком долго торчишь, как по мне. Я же сказала, мне проблемы не нужны. Ну так и езжай отсюда, если не хочешь их найти. Yeah!
Привет. Прием! Прием! А, вот! Наконец-то! Вилли Маккой! Рада тебя слышать! А, не могу разделить твои радости! Мне нужна твоя помощь. Последний раз. А, опять последний раз. Мне надо понять, куда клиент уехал с моим товаром, а тут связи никакой. Окей. Скажи мне, ты вовремя приехала на место встречи? У меня сцепление накрылось. Я и до сюда-то чудом доехала. Может, клиент оставил сообщение? Проверь, пожалуйста. Так. Ладно, только это в последний раз. Как его звали? Джеки Уэллс. Да, есть сообщение. Он ждет тебя на ферме. Отправляю его координаты. О, спасибо, Вилли, я у тебя в долгу. Это точно. Смотри, не получи пулю. И не звони больше. Наконец-то! Я уж думал фермером заделаться. Ха, надеюсь, ты меня ищешь? Видимо, да. А ты? Я-то? Джеки Уэллс. Ви, тебе кажется, надо перевезти какой-то груз? Там, откуда я родом, сначала рассказывают о себе, а потом говорят о деле. Традиция или вежливость. Ну ладно, с тебя и начнем. Я родился в Найт-Сити. За Хейвуд всех порву. Мне это ни о чем не говорит. Я не была в Найт-Сити. Представь себе место, где каждый твой брат, сестра или хотя бы двоюродный племянник. Да, понимаю. Вы можете друг другу не нравиться, но вы семья. А, вот это Хейвуд. Только у каждого при себе ствол. Теперь ты. Можно сказать, что я тоже вроде как из Хейвуда. Ну что, тогда мы с тобой поладим. Наш товар. Ну давай загружать. Ауэво. Я уж думал, ты не приедешь. Меня задержали, а потом пришлось еще тебя искать. Ясно. Я решил не торчать на виду. Местный шериф, похоже, редкостный мудила. Да уж. Тяжелый, сука. Ну так что, едем? Документы на этот ящик есть? Конечно, есть. Фиксер тебе ничего не сказал? Сказал. Просто решил уточнить. Слушай, потрогай. Мы оба профессионалы. Скажи-ка, ты же это, раньше перевозила контрабанду? А что, ты нервничаешь? Я? Немного. Ну, почти у заставы.
машину на контрольную полосу. Оставайтесь в машине. Сейчас начнется проверка безопасности. Зараза, чувствую какую-то подставу. Перестань, они сразу увидят, что ты трясешься. Возьми уже себя в руки. Ладно, ладно. Дай мне документы, они точно их попросят. Держи. Посмотрим. О, тут отметка УПП. Отлично. А что это значит? Утеряно по прибытии. Такие метки ставят, если груз должен потеряться после пересечения границы. Так они знают про контрабанду? Вот сейчас узнают. Владелец машины на контрольной полосе вызывается для беседы. Чингада мадре. Что теперь? Спокойно. Это обычная процедура. Пока все идет по плану. Ну, раз ты в этом уверена, то окей. Если мы хотим, чтобы офицер закрыл глаза на поддельные документы, нужно его подмазать. Где у тебя чип с нашей взяткой? А, да. Из головы вылетело. Ага, вылетело, конечно. Двигатель глушить не буду. На всякий случай. Окей. Если есть оружие, положите его сюда. Зайдите в комнату номер 2. Садитесь. Бумаги. Я знаю правила. Тут все есть. Может, есть, а может и нет. Посмотрим. Что перевозите? Там все есть. Прямо все. Вот еще небольшое приложение к документам. А, вот как. Напомните, на какой кочевой клан вы работаете? У меня нет клана. Я работаю на себя. Смело и не слишком умно. Честное слово. Смотрю я на таких, как вы, и радуюсь, что не сижу с той стороны стола. Идите. Ваш напарник ждет вас в автомобиле. Не забудьте забрать свои личные вещи. Осторожней с этой штукой. И добро пожаловать в Найт-Сити. Этим мелким говнюкам кажется, что Найт-Сити — это рай какой-то. Ну а как иначе? Они молодые, наивные. Мозгов у них в голове еще нет. Ну как, все прошло? Сейчас расскажу. Отъедем подальше. Понял, ладно. Чего там у вас было? Мне кажется, это все плохо кончится. И часто тебе так кажется? Не особо. Думаешь, будут неприятности? Езжай, Джеки, просто езжай. Сюда кто-то едет. Как мне все это не нравится. Немедленно остановите машину. Жми на газ, Джеки! Окей. Вы перевозите украденный груз, который принадлежит корпорации. Повторяю, остановите машину! Черт! Thank you.
чуть за жопу не взяли! Перевезли груз, называется! Чингадо! Все должно было пройти гладко! Без проблем! Что ты так злишься? Всякое случается, хватит. То есть у тебя такое не в первый раз? Пограничная охрана донесла корпоратам, что мы везем их товар. То есть любой таможенник может нас отыметь, если его левая пятка захочет? Без последствий? Он рискнул. Предположил, что нас не поддерживает клан. И он был прав. Что дальше? Меня только одно интересует. Ты так и будешь ныть? Или доведешь дело до конца? Честно скажу, я без гроша. Заплатить мне тебе нечем. Сначала спихну эту корпоратскую поеботу, а потом уж раздам долги. А я типа буду сидеть и терпеливо тебя ждать. Вообще-то я не собирался тебе платить. Я хотел смыться, как только мы перейдем границу. Но передумал. Спасибо за честность. Да, пожалуйста. Так что теперь? Теперь посмотрим, что в ящике. Открывай. Твою мать. Тут написано Арасака. Мы обворовали очень крутую корпу. Значит, заработаем крутые деньги. Ну, мамец! Игуана! С Малых Антильских, наверное. С каких еще Антильских? Передачу видел. Этот вид вымер 30 лет назад. Он водился на Малых Антильских островах. Далеко же тебя увезли, хвостатая моя. Как думаешь, на ней можно заработать? Конечно. Нам обоим хватит надолго. Нам? Да, напарница. Бабло пополам. Но хороший фиксер быстро сбагрит это чудо богатому еблану. Жалко будет ее отдавать. Всегда хотел зверушку. Я уже имя придумал. Мэнни. Да, кстати. Уже есть идея, чем собираешься заняться в Найт-Сити? А почему ты спрашиваешь? Мне просто кажется, у тебя много времени, которое некуда потратить. А в Найт-Сити в любом случае без друзей придется несладко. Да ладно, не ссы. Я найду для тебя угол. Надо же тебе где-то жить. Всегда хорошо, когда есть те, кто поддержит. Семья там, например. Может, и ты свою найдешь в Найт-Сити. Спасибо, это приятно. Да ладно, ерунда. Мы же одного поля ягоды. Я бы поработал с тобой еще, напарница. Эй! О, какая она ласковая. Знаешь что, Джеки? Ты тоже классный парень. Да ты прикалываешься, Чика. Ладно, напарник. Берем ящерку и валим отсюда побыстрее.